Крыжовник консул. Особенности и характеристики растения. Крыжовник консул появился на рынке сравнительно недавно, но сразу же завоевал сердца потребителей. Кусты неприхотливы в уходе, морозостойкие. Ягоды вкусные, универсальные в использовании. Далее информация о выращивании культуры на садовом участке. Описание и характеристика. Морозостойкий сорт выведен для выращивания в регионах с неблагоприятными климатическими условиями. Селекционные работы проводились в Южноуральском НИИ. Были скрещены сорта Челябинский зеленый и Африканец. В госреестр вновь выведенный крыжовник занесен в 1995 году под вторым названием «Сенатор». Крыжовник консула. Побеги кустов крыжовника достигают высоты 1,8 метра. Годичные ветви зеленые, начиная со второго года жизни кора приобретает серый, цветет. Шипов на побегах мало, листья петелопастные, окрашены в зеленый цвет. Цветоножки длинные, тонкие. Важно, посадки поблизости сортов опылителей консул не нуждается. Плоды крыжовника сенатор круглые, окрашенные в бордовый цвет. Их вес варьируется в пределах 2,5-6,5 грамм. Кожица ягод тонкая, мякоть сочная. Внутри плодов содержится небольшое количество семян. Особенности сорта. Крыжовник сенатор обладает большим количеством положительных качеств, за что пользуется спросом у потребителей. Период созревания и урожайность цветения начинается в конце мая или в начале июня. Плоды собирают с середины июля. На молодых кустах формируется немного ягод. Но уже из трехлетнего крыжовника можно собрать около 6 кг плодов. Вкусовые качества ягоды крыжовника консул ароматные, сладкие, с небольшой кислинкой. По вкусу они напоминают виноград или киви. Специалисты дали сорту дегустационную оценку 4,7 балла из 5 возможных. Ягоды крыжовника консул окрашены в бордовый цвет за сухоустойчивость и морозостойкость. В описании крыжовника консул указано, что сорт обладает хорошей зимостойкостью. Кусты способны переносить морозы до минус 30 градусов. Они не боятся весенних возвратных заморозков. Засухоустойчивость также высокая. Но для наращивания качественного урожая кусты все же нужно своевременно поливать. Устойчивость к заболеваниям и вредителям. Крыжовник сенатор обладает хорошим иммунитетом, поэтому обработка химическими препаратами в больших количествах не требуется. Растение слабо сопротивляется лишь антракнозу и ржавчине. При слишком сухой погоде кусты могут облюбовать крыжовина, тля и огневка. Использование ягод. Вкусные и полезные плоды употребляют свежими. Помимо этого из них готовят варенье, джем, мармелад. Ягоды также можно замораживать и использовать зимой по мере необходимости. Достоинства и недостатки. К положительным качествам культуры относятся следующие характеристики: неприхотливость в уходе, самоопыляемость, морозостойкость. Из-за сухоустойчивость, хороший иммунитет, на побегах мало шипов, приятный вкус ягод, высокая урожайность. К недостаткам можно отнести небольшую массу ягод, плохую транспортабельность из-за тонкой кожуры. Посадка молодых саженцев на участке. Приобретают саженцы в растении в отческом питомнике или в садовом центре у надежных продавцов. Лучше всего приживаются вторых годичные саженцы. Выбирают для посадки кусты с двумя-тремя побегами, длина которых составляет 20-25 сантиметров. Ветви должны быть упругими, корневая система хорошо развитой. Кусты с закрытой корневой системой можно высаживать даже летом. На несколько часов корневую систему саженцев перед посадкой помещают в емкость с водой. Для дезинфекции в нее можно добавить несколько кристаллов марганцовки. Высаживают кусты крыжовника на участок весной или осенью. Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать даже летом. Дистанция между растениями не менее 1,5 метра. Территорию для посадки крыжовника подбирают хорошо освещенную солнцем. Допускается, чтобы несколько часов в день на кусты падала тень. Поэтому высаживать крыжовник можно вдоль заборов хозяйственных построек. Главное, чтобы культура была защищена от холодных ветров. Важно, грунтовые воды на участке не должны залегать слишком высоко. Подготовка участка. Место посадки освобождают от растительности, перекапывают. При необходимости в грунт вносят питательные вещества. За 2 недели до посадки крыжовника выкапывают яму. За этот срок она успеет немного осесть. Кусты высаживают следующим образом: выкапывают лунки размером 50 × 50 × 50 см, на дно выкладывают пласт перегноя перемешанного
с калием и суперфосфатом, насыпают плодородную землю, посредине устанавливают саженец, расправляют корни, засыпают грунтом, слегка утрамбовывают, обильно поливают. Прикорневой круг накрывают мульчирующим материалом, торфом, соломой, опилками. Особенности сезонного ухода. Уход заключается в оливе подкормки, рыхлении почвы, мульчировании. Для предотвращения появления болезней и вредителей производят профилактические опрыскивания. Полив и подкормка. Описание крыжовника. Сенатор указывает на то, что этот сорт засухоустойчивый. Но при своевременном поливе ягоды будут более качественными. Обильно орошать кусты нужно в период цветения, бутонизации, после плодоношения. Весной крыжовник подкармливают азотом, например, 12-15 граммами селитры, разведенными в ведре воды. Предцветение в землю вносят хлористый калий и суперфосфат. После плодоношения кусты удобряют навозом или перегноем. После полива почву под крыжовником аккуратно рыхлят. Процедуру необходимо проводить для доступа воздуха вглубь земли. Чтобы у корневой системы сохранялась влага, грунт вокруг кустов мульчируют торфом, опилками, соломой. Побеги сенатора растут вверх, но под тяжестью ягод могут гнуться к земле. Поэтому во время обильного плодоношения внешние ветви нужно подвязывать к вертикальным опорам. Чтобы побеги не прогибались к земле, их подвязывают к опоре. Профилактическая обработка. Весной крыжовник опрыскивают медь содержащими препаратами. Это необходимо для предотвращения появления грибковых заболеваний. От вредителей используют инсектициды. Обратите внимание, нельзя применять химические препараты во время цветения растений. Обрезка. При посадке побеги крыжовника укорачивают на треть. В течение всего сезона проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, больные ветви. Срезают также побеги, загущающие крону. Подготовка к зиме. После плодоношения растения опрыскивают инсектофунгицидами. Из прикорневого круга удаляют листву, другие растительные остатки. В середине осени кусты обильно поливают водой. Затем мульчируют торфом, перегноем. В укрытии на зиму крыжовник не нуждается. Размножение. Развести на участке культуру можно черенками или отводками. Черенкованием процедуру производят следующим образом. Побеги нарезают на фрагменты длиной около 15 см, нижние срезы отпудривают. Усилителем роста высаживают под углом 45 градусов в емкость с плодородной почвой, поливают, накрывают пленкой. За черенками ухаживают. Когда молодые кусты хорошо разовьются, их высаживают в открытый грунт. Отводками в начале лета около кустов вырывают бороздки. В них укладывают побеги, закрепляют их скобами. Затем поливают, засыпают землей. Когда из отводков появятся молодые кусты, их отделяют от материнского растения и высаживают отдельно. Размножение. Крыжовник отводками. Борьба с вредителями и болезнями. Крыжовник при неблагоприятных климатических условиях может поражаться болезнями и вредителями. Для профилактики и лечения кусты обрабатывают инсектофунгицидами до цветения и после плодоношения. Помимо этого, для борьбы с напастями нужно перекапывать осенью землю, удалять из прикорневого круга листву. Крыжовник бесшипный консул пользуется у садоводов спросом за неприхотливость в уходе, морозостойкость, вкусные плоды. Сорт легко размножается на участке черенкованием или отводками.